До інших тем. Буйную партию автомобильных запчасток выкрали сотрудники Гродинской региональной мытни. Больше за 250 тысяч деталей для машин незаконно спробовали провести на территорию Евразийского экономичного союза праз пункт пропуску Брузги, белорусско-польской мяжи. Подчас мытного контроля автомобиля «Вольво» мытники установили, что фактичная вага товару амаль на 2 тонны превышая заявленную у сопроводжальных документах. Як след было принято решение отправить грузовик на больше досконалый догляд. У вынику выявлено, что перевозчик не задекларовал тысячи металличных сполучений и інших запасных часток для электрообсталявания легковых автомобилей. По факту контрабанды оперативными службами проводится разбирательство. Партия товара, предварительная стоимость оценочная которого составила 35 тысяч белорусских рублей, изъят в части превышения. И Гродинской региональной таможней ведется административный процесс по статье 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.